Олимпийская чемпионка 2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова на своей странице в Instagram подвела личные итоги 2018 года. Спортсменка рассказала подписчикам, что в уходящем году у нее было много боли, но и много радости. «Знаете, 2018 год был тяжелым и переломным. Было много боли, но и много радости», — написала Аделина. Фигуристка поведала, что она безумно счастлива от того, что помирилась с очень важным для нее человеком. Девушка 2,5 года не находила себе места и наконец набралась мужества и сделала первый шаг, чтобы изменить ситуацию. Аделина Сотникова также не забыла поблагодарить родителей и друзей за то, что они всегда рядом в сложные для нее моменты и всегда готовы помочь. «Я хочу сказать спасибо своим родителям, друзьям, что они в переломные моменты рядом и протянут всегда руку помощи». Спортсменка не обделила вниманием и подписчиков, адресовав и им слова благодарности. «Спасибо тем, кто сейчас со мной. Я это очень ценю и очень дорожу. Вы прекрасно знаете это. Если я не на связи, то обязательно выйду на нее, но через время. Человек я странный, спасибо за терпение», — обратилась девушка к поклонникам, сообщает телепрограмма «Про». Ранее Пятый канал рассказал, что мнению Александра Плющенко олимпийской чемпионки Аделине Сотниковой больше, как спортсменке, себя не проявить.